принципе, играли всю игру, владели инициативой, играли в атаку. Вот, в общем-то, понимали, что Амур больше будет играть от обороны. И так игра была более-менее для нас понятна. Вот, главное было не совершать ошибок в средней зоне, да, чтобы не было вот этих атак сходу сразу. В общем-то, где-то что-то получилось там забить, в общем-то, реализовали свои моменты. И нельзя сказать, что в обороне строго сыграли, да, потому что были ошибки, но, в общем-то, и не пропустили, да, с этих ошибок. В общем-то, здорово выиграли игру. На счету вашей тройки сегодня 3 заброшенных шайбы. Сегодня был какой-то особенный настрой или все так сошлось просто? Да нет, ну какой особенный настрой, просто так, наверное, сошлось. Хорошие моменты были. В общем-то, попадали друг по другу в ритм, да, и поэтому возникали моменты. Ну, в принципе, много моментов было, мы могли еще забивать. Вот, в общем-то, как сегодня у нас пошло, завтра у другого сына в этом там этим отличается, там хорошая команда, как бы, что все звенья могут сделать результат. В выездной игре с Амуром вот совсем недавно не удалось забросить ни одной шайбы. Была ли какая-то вот дополнительная мотивация сегодня, что надо вот забить обязательно? Ну как, ну забивать вообще в каждой игре мотивация, да, то есть. Именно конкретно этой игры, ну да, конечно, где-то оно сидело, потому что соперник, в общем-то, знаком, недавно с ним играли. Ну вот, конечно, такое обидное поражение, оно где-то там в задней мысли сидело.